Добрый вечер. И давайте продолжим взбираться на этажи в игре. Удачи, арендодатель. Итак, в прошлый раз мы успешно взобрались на 10 этаж. И теперь перед нами открывается 11 этаж. И от 10 отличается тем, что у нашего арендодателя на 250 больше очков здоровья. Это очень много. У него было 750, сейчас у него 1000. И если бы у него в прошлый раз было на 250 очков здоровья больше, не факт, что мы бы смогли бы забраться на 10 этаж. Но пока, давайте начинать. Вначале все просто. А вот теперь наш первый выбор. Что мы выберем? Гуся, чтобы отдал нам яйцо. С гуся мы начали наш прошлый забег. Но давайте о нем руду. Теперь давайте возьмем уголь, чтобы он превратился в бриллиант, возможно, когда-нибудь. И попробуем взять краба. Не знаю, есть ли в этом смысл. Устрицу? Может быть? Так, окей, 5 вращений прошли, как-то очень странно, мы пока все набираем. У нас что? Краб, уголь, устрица и руда. Ладно, имение мы вносим 25 монет. Необходимо подготовиться к внесению 50 монет. И давайте идем проклятие жадности, так и быть. И посмотрим, что здесь есть. Уничтожение миллиардеров. Будет давать нам 39 монет. В принципе, как вариант. Тучи и бананы. Тучи хороши, если мы хотим... выращивать цветочки. Эти цветочки я ни разу не выращивал, но давайте возьмем гильотину. Так, теперь давайте возьмем, наверное, котика. Не, возьмем краба. У нас все-таки два краба уже есть. Если эти крабы вместе в один ряд зайдут, вероятность этого довольно высока. Так, молочко для котика. Теперь меня вынуждают взять следующий ран, следующий предмет. И тут у меня тоже есть выбор, взять шахтера или молоко. Шахтер хорош, он разрубит одну руду, которая есть, но я возьму еще одно молоко. Отлично, котик выпил одно молочко. Возьмем вторую руду. И вот теперь уже можно думаться над шахтером. Так, у нас 50 монет есть. Надо 100 монет за 6 вращений. Есть пока 36. Возьмем, наверное, медузу. Ее потом можно будет легко удалить. И... давай подумаем, хотим ли мы омлеты. Давайте лучше возьмем лимонный перец. Постараемся яиц не получать. В прошлый раз я еле-еле от них избавился. В конце. Так, все же нам предлагают брать яйца, но... давайте лучше сейф возьмем. Так, пузырь, банан... нам обязательно надо что-то взять, но давайте возьмем пузырь. Пузырь сам по себе лопнет, поэтому нам загрязнять ничего не будет. Можем взять рыбку, она, возможно, успеет лопнуть пузырек. Мы обязаны что-то взять, поэтому из всего этого давайте возьмем рыбку. Посмотрим. Нет. Давайте тогда возьмем руду. Так, пузырь лопнул, рыбка до пузырька так и не добралась. 100 монет, тем не менее, мы набрали. Рано готовится набрать 150 монет за 6 вращений. Мы получаем небольшой бонус. И, конечно, открывается новый вид предметов, когда мы открываем, выигрываем 7 раз на любом этаже. Или один раз уже на 6 этаже. Это вроде эссенция. Но после победы один раз на 10 этаже, говорили, должен открыться новый способ победы над ним. Пока не ясно, что имеется в виду. Так, новые предметы. Подкова неплоха. Ну, 2 монетки за каждое вращение, в целом за 6 вращений плюс 12 монеток. В целом в игре тоже будет неплохо. Отмычка автоматически открывает нам замки. Мне кажется, отмычка будет чуть выгоднее, чем подкова. Давайте возьмем ее. Тем не менее, у нас увеличивается количество руды и...
нам необходимо обязательно забрать одну из следующих слотов. Наверное, не надо было менять все это. Ну, давайте тогда возьмем игрока. Пусть он тут себе зарабатывает деньги. Так, матрешка, якорь, все это нам пока не надо. Так, молоко. Давайте возьмем молоко. Отлично, котик сразу нашел, где молоко. Так, морской еж. Давайте пока нет, ничего брать не будем. Так. Еще один уголь? Давайте возьмем уголь. И как это там шахтер не приходит? Возможно, он обиделся, что мы его не брали в прошлый раз. Итак, 150 монет мы заплатили. 225 монет готовим. И теперь мы можем обменять эссенцию. Эссенция может коренным образом поменять ход игры. И давайте посмотрим, что можем взять. Повторный бросок. Забавно. Если эта эссенция сработает, то пятерка всегда подает повторный бросок в 5. А ну, припев в 10 раз, суммарно. Окей. И если мы добавим 7 животных, даст нам 77 монет. Но животных у нас пока только пока котик и рыбка. Ну и медуза. А, и два краба есть. Давайте, наверное, возьмем храм. Когда у нас 4 духа будут уничтожены, духи будут добавлять себе каких-то существ. Так. Вторая эссенция. Что возьмем? Счастливые кости, наверное. Да, это другие уже кости. Тройка и пятерка будут давать на единичку монетку больше. Давайте. Наверное, счастливые кости. Дальше, из предметов. Давайте возьмем что-то, что уничтожится. Я бы, конечно, поменял. Джокер нам сейчас не нужен, но давайте возьмем, наверное, создание бездны. Кошку по имени Пицца у нас, котик один. Ну, давайте, чтобы он давал на одну монетку больше. Если молочко выпьет, так вообще. Так, возьмем голема. Он подготовит нам руду. Наверное, к тому моменту, когда мы возьмем шахтера. А вот слово шахтер. Вспомнишь солнышко, вот его лучик. И вот он сразу принимается за работу. Какой молодец. 61 монетку принес. Так. Что у нас было уничтожено? Из символов. Молоко, пузырь, сейф и руда. Ну давайте все равно возьмем капсулу времени. Сейф дала. Неплохо. Так, нужен ли нам дворф? Да пока нам нет, нет, наверное. Отлично, один уголь превратился в алмаз. Наш шахтер продолжает работать. Возьмем плод бездны, он сам уничтожится. Когда выпадет. А пока... внесем следующую оплату. 21 монет, конечно, это очень мало. Но суммарно мы накопили. Теперь надо готовить 300 монет. Так... прототипами являются реальные домашние животные. А во-вторых, давайте возьмем пятигранные кости. Так, духов нельзя уничтожить. Слушай. Это, конечно, забавно, учитывая, что у нас есть эссенция на уничтожение духов. Но в целом дух приносит 6 монеток. 6 монеток умножаем, если на... 26 на 2. 180 монеток можем получить, если у нас будет куча духов. Что в целом неплохо. Давайте возьмем гробовщика. Эта эссенция у нас никогда не сработает. Так, поменяем. Наверное, возьмем еще одного игрока. Пусть пока игроки нам денежки зарабатывают. А мы возьмем еще руду. Актер продолжает разрабатывать руду. Нужно ли нам проклятие пустоты? Давайте возьмем. Не то чтобы оно было нужно. Но теперь все, символов нету. Увы.
А теперь, говорит, я должен взять символ. Так, кстати, пока тебе накопление, срабатывает превращение подряд. Мы получили достижение. Неплохо. Возьмем и третьего игрока. Так, теперь нам символы не выпали. Не страшно. Так, вносим 300 монет. Готовим вносить 375 и посмотрим, что у нас есть за эссенции. Три жетончика эссенции за 18 вращений. Да. Так, 7 животных. Нет, давайте повторный бросок. И геолог. Да, геолог нам понадобится, потому что... что у нас есть для геолога? 2 сапфира, плюс 9 жемчужин, плюс 4 блестящих камушка и 2 руды. Пусть работает. Геолог, за работу. А еще возьмем, наверное, устройство перестановок. Это редкий артефакт. И поэтому спокойно можем сейчас поставить геолога куда-нибудь. Так, здесь он просто уничтожит 3. Давайте даже не геолога поставим, а наоборот, к нему поставим камушек. Мне кажется, вышло неплохо. Теперь. Это мы пропустим. Наверное, геолога поставим вот сюда. Геолог, за работу, пожалуйста. Неплохо. Все больше и больше денег начинает переносить геолог. А мы продолжаем вращать. Итак, у нас... Здесь уничтожит 2 символа. Давайте ему принесем еще одну жемчужину. Например, вот так. Все. Так, нужно ли нам еще один котик? Помним, что котики приносят на одну монетку, так как у нас есть кошка по имени Пицца. А еще есть несколько забавных вещей, связанных с котиками. Давайте пока нет. Давайте пока избавимся от цветочка и от вишенки. Не нужны они нам. Так, есть работа для геолога. Да, для геолога есть работа, он может пойти куда-нибудь вот сюда, например. К сожалению, символы нам не выпали. Мы прокляты. Так, здесь. Из синергии у нас есть шахтера. Шахтера можно отправить добывать руду. А теперь, говорят, я должен что-то взять, и я возьму капсулу предмета. Так. То есть, чем можно соединить. Увы, ни шахтера, ни геолога нету. А из того, что есть, ничего не объединяется. Печально, но не страшно. Ничего менять не будем. У нас зато ушло 2 плохих символа. И мы возьмем сейф в надежде его взломать отмычкой. Так, теперь у нас есть геолог. Куда лучше геолога отправить? Здесь одну. Один камушек разработает. Здесь один камушек. А мы, наверное, его вот сюда поставим. Так мы избавимся от одной жемчужины. Возьмем еще один предмет. Потому что капсула предметов в прошлый раз нам не выпала. И посмотрим, что у нас здесь. Давайте крабов одну линию поставим. Так, давайте оплатим и поймем, что крабов мы поставили неправильно. Так, 450 монет на 8 вращений, ну хорошо. Лучший способ, говорят, открывается, если выиграть одну игру на 10. Я вот пока не заметил, чтобы он нам открылся, но... Может быть, я не туда смотрю? Так, голубь, наверное, нет. Так, рыбки помещаются в аквариум, неплохо. Проклятие дают на одну монетку больше. Но в целом тоже неплохо. Давайте возьмем ритуальную свечу. Так, в ряду же, не в столбике. Надо было краба сюда ставить. Как-то да. 6 монеток не досчитался. Если я проиграю из-за того, что мне не хватит 6 монеток, я знаю, какой мой ход винить. Ну а пока я получаю... Тут я беру голема. Я получаю кота удачи из капсулы. Может быть, чаще найти необычные, редкие, очень редкие символы за каждого котика. Котик у меня, правда, пока один, но, тем не менее, неплохой плюс.
Так, давай мы тебя поставим добывать счастливый камушек. Возьмем универсальный символ, говорят, он очень редкий. Возможно, он сможет принести нам много денег. Так, давайте крабов вместе поставим. И возьмем себе капсулы эссенции. Так, что с чем можно здесь объединить? Похоже, ну разве что можно универсальный символ куда-нибудь поставить. Но сейчас рядом с геологом. Это неплохо. Давай его рядом с геологом оставим. Отлично, из этого у нас универсальный символ принес 21 монету. Нужно ли нам проклятие Мидаса? Да, наверное, да. Будет приносить нам по 4 монетки. 4 монетки пока заходят, это очень хорошо. Так, что мы хотим поменять? Так, у геолога работа пока, похоже, закончилась. Надо будет сейчас будет убрать монетку. И давайте пока крабов поставим рядышком. Так, яйцо, сорока, трефы нам не нужны. Так, работы у геолога все еще нет. Монетку мы так и не убрали. Давайте вспомним. Попробуем убрать монетку сейчас. А крабики пусть собираются вместе. Надо, наверное, вот этого крабика сюда поставить. Символов у нас нету, но не страшно. Я хочу избавиться от монетки. Мешает она мне. О! Нам голем принес кучу руды, поэтому геолог, ты знаешь, что делать. Отлично. Геолог уничтожает 20 или более символов до 12 арендной платы. Молодец, геолог. Он аж до плюс 25 прокачался. Он будет стоять здесь, и мы принесем тебе даже дополнительную работу. Дадим тебе... Какой молодец, вы посмотрите на него. Все бы так работали. Тем не менее, мы заплатили, накопили 450 монет, вносим их, готовимся платить 575 монет. За 9 вращений, я думаю, мы успеем. Так, что взять? Конечно, телескоп. То это даст нам 60 монет, убирает мех, нет. 30 монет здесь. 60 монет лучше, чем 30 монет. Во! Кофе. При уничтожении я получу дополнительных 2 вращения. Это очень полезно. Нельзя таким пренебрегать. И, наверное, возьму 5-кранные кости. Бочка в 2 арфов. Забавно. Ну, давайте возьмем синий перец. Так, что мы хотим поменять? Можем отправить геолога добывать блестящий камушек. Ну, в принципе, и все. Давайте так и сделаем. Ой, мы зря его, наверное, с универсального символа сдвинули. Но тем не менее он принес 32, потому что у нас действует подзорная труба. Эссенция подзорной трубы. Так, это мы пропускаем. Так, работы для геолога нету. У нас тут 3 игрока есть, у которых уже довольно неплохая сумма. Так, переброс у нас все еще есть, поэтому пока не страшно. Кстати, у геолог пойдет сюда добывать руду. Я увидел, что у нас руда есть. Замечательно. 34 монетки приносит геолог. И давайте возьмем голема, чтобы получить больше руды. Так. Что у нас здесь? Геолог пойдет добывать жемчужину? Я думаю, да. Нам, конечно, монетку добавило проклятие Мидаса. Проклятие воровства. А нужно ли? Оно, конечно, дает нам 4 монетки. Ну, наверное. Так, 2 краба рядышком. Это хорошо. 3 проклятия рядышком. Но тоже хорошо, наверное. Еще к ним ведьма тогда. Но в целом нам менять особо незачем. Поэтому оставляем как есть. Игрокам пока висят, они продолжают зарабатывать денежки.
Возможно, мы сможем взять какой-нибудь предмет, который позволит нам получать больше денежек с игроков. Так, здесь... Да, в принципе, тоже синергии особо ни у кого нету. Можем, конечно, поставить 3 бриллианта в ряд. Просто потому что можем. И так красиво. А надо было крабов рядышком ставить. Слово, можно начать охоту за крабами. И жемчугом. И давайте, наверное, начнем. Крабы нам вначале не сильно попадались, поэтому, думаю, 5 крабов в ряд я не наберу. Еще один шахтер нам не нужен. Так, пошли вот сюда. Убирать краба и медузу. Так, ну давай еще одного краба, чтобы прокачать нашего подводника. Или пятигранные кости. Давайте крабика. Учитывая, что мы можем спокойно переставлять. Так, 126 монет, это довольно много. Мы обязаны что-то взять. Ну, давайте возьмем ворона. И давайте... Так, возьмемся от ворона чуть позже. А пока... Отправим геолога, чтобы развивать воду. Хорошо, геолог водолаз одну и ту же жемчужину использовали. Сапфиры для геолога? Не. Так, руда в этом углу и в этом углу. Раскиданы они, конечно, по разным местам. Так, ну давайте, наверное, геолога сюда направим. Интересно, что геолог с этой жемчужиной не взаимодействовал. А мог бы. Давайте возьмем медузу. И давайте... Тут двоечка, да? Значит, можем еще раз покрутить. Так, что меняем? Ну... Морских я не вижу. А, ну вот есть крабик. А давайте лучше разработаем руду. Это принесет нам больше денег. 41 монетку. Ну, суммарно 43. Так. Вносим 575 монет. Отлично. 650. Хорошо. Анимации можно пропускать. Помним, если на поле не менее 3 котиков, у нас шанс найти что-то очень хорошее вычивается в 2,5 раза. Забавно. Ну, давай возьмем. Вот он, имитатор. Это еще эссенция этой штуки. Но если у нас 5 или более котиков рядом, то они становятся универсальным символом и дают в 1,5 раза больше денег. Это шикарно. И еще можно взять эссенцию черного кота. Нам надо 13 котиков, тогда они будут давать в 13 раз больше. А давайте. Если будем увидеть котиков, пойдем собирать котиков. А пока давайте, наверное, возьмем ведьму. У нас 3 проклятия есть. Плюс котик. Давайте возьмем ведьму. Так, и возьмем, наверное, зеленый перец. Так, что мы хотим поменять местами? Можно поставить землю по ведьму к проклятиям, а можно краба притащить сюда. Ой-ой-ой-ой, у нас игроки сказали, что все, выбросили единичку. Плохо, но пятигранные кости уничтожают 2 или более игроков за одно вращение. Мы получили достижение пятигранные кости. Новых слотов мы не получаем, но пойдем и... Бабушке хорошо, бабушка рядом с двумя проклятиями и котиком, она смеется. Так, пока все довольно неплохо. Так, наверное, шахтер уже не нужен. Ты рядом с медузой, это хорошо. Давай вот бабушку отправим. Вот сюда. Вот у последний игрок нас покинул.
Нужен ли нам культист? Наверное, нет. Так, два символа и поменять их местами. А у нас синергии-то особо ни с кем и нету сейчас. А, ну разве что бабулю можно к проклятиям. Так, и нам явно, что у нас меньше 20 символов. Давайте сейчас проверим. Мне правда нравится, сколько мы получаем. Посмотрим у нас. А, ну бриллианты есть и аметист. Можно лампочку в принципе взять. У нас 20 символов, кстати, да. Из них 2 плохих. Поэтому надо брать что-то хорошее, чтобы уменьшить вероятность упадения плохих символов. Но в целом мне пока нравится. Примерно по 100-150 монет получаем. Так, давайте лампочку поставим сюда. Сорок монет вот получили. Возьмем капсулу предмета. Так. Лампочку поставим сюда, чтобы она обязательно сначала аметисты и два бриллианта. Сто семьдесят семь монет получаем, это хорошо. А, давайте уйдем устрицу. Так, можем сразу от устрицы избавиться. И давайте так и сделаем. Она заодно и жемчужину принесла, мы от жемчужины избавились. Так, проклятия, воры нам, наверное, не нужны. Хотя, учитывая, что у нас ритуальная свеча, можно было бы, наверное, проклятие взять. А так у нас много монеток, монетки не очень нужны, наверное. Так, избавимся, наверное, от жемчужины. Давайте избавимся от жемчужины. Так, тут нам, наверное, ничего не нужно. Один пустой у нас символ, слот остается, к сожалению. Давайте бабушку отправим к проклятиям и котику. И к ворону. Так. Выплачиваем. 700 монет за 10 прощений, я думаю, выплатим, но давайте посмотрим на эссенции. Мишки, конфеты. Даже не знаю. Давайте возьмем мишку. Так, удобрения. Давайте возьмем ленту Мебиуса. И, наверное, аметист. Его, конечно, попробую прокачай. Ну, давайте возьмем его. Дальше. Говорит, духи дают в 3 раза больше монет, если находятся рядом с комиком. А мы помним, да, что у нас духи нельзя уничтожить. Поэтому, по идее, взять комиков, кучу духов, в принципе, вариант. Ну, давайте. Все. Более-менее стратегия понятна. Давайте пробуем исследовать. Ну, а пока поменяем что-нибудь местами. Например, бабулю поставим сюда. Так, возьмем лампочку. Так, и сделаем так, чтобы лампочка у нас светила сразу на два оба наших аметиста и на 3 бриллианта. Так, мы прокляты, к сожалению. Вращаем барабан. Смотрим. Для геологов больше как-то вроде работы и нету. Нехорошо. Но лампочку давайте поставим, наверное, чуть ниже. Вот сюда. Все, лампочка разбилась, к сожалению. Но мы улучшили наш аметист. Бриллиант. Может, какая-то штука. Бриллиант здесь. Мы аметист улучшили. Бриллиант не улучшается. Так, у нас довольно много денег. Но пока лучше не расслабляться, у нас довольно много монет. Надо придумать, что делать с монетами, либо убирать их вручную. Можем позвать пирата, чтобы справиться с монетами. И либо убрать проклятие Мидаса уже. Так, бабуля, иди к проклятиям.
Надо было тебе левее поставить, ты бы еще над котиком умылилась. Так, это мы пропускаем. Может, перешла пару избавляться от монет? Ну, давайте решим после этого вращения. Если ничего хорошего не упадет, будем избавляться от монет. А пока бабулю отправляем к вороне, котику и двум проклятиям. Хорошо. Капсула удачи, чтобы получить что-то редкое в следующий раз. А, я хотел подумать, надо ли нам избавляться от монет. Ну, вот сейчас подумаем. А пока... давайте бабушку вот сюда. Так, геолог еще один. Вот, давайте миллиардер. Сразу от него избавимся. У нас, потому что есть предмет гильотина. И подумаем, что у нас здесь. Наверное, 25 предметов. Один мусорный. 5 монет. Давайте от шахтера избавимся. И, наверное, пришла пора избавляться от проклятий. В частности... хотя... ладно, давайте пока избавляться не будем. Вдруг какого-нибудь пирата достанем. Так, давайте дождемся до выплаты, и там уже дальше будем принимать решение. А если нам денег не хватит? Не, денег нам хватит. Так, курица, сорока, банановая кожура. Что-то из этого мы обязаны взять. Ну, давайте возьмем банановую кожуру и избавимся от банановой кожуры. Так. К сожалению, мы ничего не получаем, увы. В этот раз даже бабушка к нам не пришла, но мы поставим геолога сюда, чтобы универсальный символ дал нам 46 монеток. Морского ежа возьмем. Давайте возьмем морского ежа. У нас есть аквалангист, который знает, что с ним делать. Но вот морской еж испугался и не пришел. Не страшно. Бабушка, иди сюда. Тебе здесь понравится. А нам дали еще одну монетку. Это нехорошо. Так, слишком много монеток. Тем не менее, 700 монет мы заплатили. У нас 3000 есть. Так, 777 монет. Окей. Так, геологи-ныряльщики не нужны. Ключик. Давайте ключик возьмем. Вазы могилы уничтожаются шансом 66%. Хорошо. Мы, как я понял, решили. Так, у нас есть копатель могил, гробовщик и микрофон. Что если мы наберем достаточное количество духов и комиков, вот это даст нам огромное количество денег. Давайте этим пользоваться. Тем не менее, у нас два символа. Тебя отправляем к ежику. Да, у нас слишком много монет. Если нам не упадет в ближайшее время какой-нибудь пират, мы проиграем. Итак, проклятие Мидаса срабатывает 3 вращения подряд. Мы получили достижение. Ачивочка, это хорошо. Давайте-ка мы уберем уже проклятие Мидаса, раз оно достижение только что дало. Все, монетки уже новые выпадать не будут. Будем думать, как разобраться с теми монетками, которые уже выпали. Пока бабушку отправляем сюда. Хотя это не самый выгодный ход. Надо было универсальный символ ставить геологу. Так. Пропускаем, вращаем барабан, два символа. Так, вращаем, берем лапочку. Продолжаем вращать, давайте до следующей оплаты подождем, а дальше уже будем избавляться от монеток. Нет, надо сейчас начинать избавляться от монеток, иначе будет слишком поздно. Давайте посветим и драгоценные камни.
неплохо. Так, котика берем. Помним, что у нас задача 3 котика иметь просто на поле. Плюс 13 котиков тоже было бы неплохо иметь. Ну и за каждого котика у нас увеличивается шанс найти что-то полезное. А пока, если у нас есть жетоны удаления, мы будем удалять монетки. 8 монеток, это довольно много. Был бы пират, он бы за монетками охотился, но пирата, увы, нету. Давайте тебя сюда поставим, а то будет выгоднее. Так, пропускаем. Здесь... к сожалению, прокляты. Так, из этого давайте бабушку поставим вот сюда. Так, проклятие, шеф, это все нам не надо. Нам бы комика найти. О. Давайте пока к бабушке приведем двоих котиков. Это немного, конечно. Так, возьмем обязательно капсулу предмета. Так, и давайте также капсулу бабушку приведем к котикам и проклятиям. И двум проклятиям. А предметная карта нам сейчас не нужен. Так, давайте возьмем плод бездны, он сам уничтожится. А мы возьмем тебя, поставим вот сюда. Так, отлично, 7-7 монет вносим, мы готовим все к смертельной битве. Итак, нас хотят выселить, мы поднимаем бунт, и против нас теперь арендодатель, у которого 1000 здоровья. И эти 1000 здоровья надо же также внести до конца. Ну, 1000 мы, наверное, внесем. Так, что возьмем? Эссенция святой воды, уничтожается на поле не менее 6 проклятий. К слову, у нас сейчас... сколько проклятий? Два проклятия. Так, при уничтожении проклятия не имеют эффекта и дают в два раза больше монет. Неплохо, но... нет. Возьмем эссенцию лапши быстрого приготовления. Этого ничего брать не будем. Тройные монеты. Вот давайте пока возьмем. У нас монет много, так они будут давать нам хоть больше денег. И давайте, наверное, бабушку поставим сюда. Девяносто ровно нанесли. Это нам пока не нужно. Помним, наша стратегия — получить душ. Хотя как стратегия? Мы сейчас игру пройдем, а ни одной души не будет. Ну ладно. Итак, давайте, наверное, бабушку поставим сюда. Так, нанесли 145 урона. Хулиган. Будешь уничтожать вазы. У нас вазы и так с определенной вероятностью уничтожаются. Он говорит, что гильотина у вас больше не действует. Миллионеры не уничтожаются сами. А кубики ваши дают на 2 монетки меньше. Ме. Тем не менее. Я поставлю геолога сюда. Получу 46 монеток. Дополнительно. Так. Шахтеры, устрицы, пиньяты, наверное, не нужны. Говорит, зеленый перец дает на одну монетку меньше, а выключать предметы и включать нельзя. Ну хорошо. Я все еще поставлю, наверное, вот так. Потому что геолог много монет приносит. Проклятие. Давайте плод бездны возьмем. Говорит, предатель добавляет одно проклятие уничтожения. Лучше сдаться. А, вот еще. Мы не сдаемся. Так, здесь все хорошо. Бабуля. Иди, вот здесь, говорят, проклятие есть. И котики. 163. Отлично. Давайте возьмем урону. Сейчас найти... символы необычные, редко, очень редко и снижаются, а повторный ход стоит на один символ рерола больше.
нам все равно не страшно. Так, осталось чуть-чуть. Символы снизу и сверху не считаются находящимися рядом. Ну и ладно. Готово. Поздравляю. Мы победили в игре на 11 этаже. Все кончено. Спасибо за наш упорный труд и настойчивость. А вам спасибо за просмотр. Наш арендодатель был заклеван курицами. Когда при учете, что у нас не было ни одной курицы. У нас открыт 12 этаж. Теперь это наш дом. Можем украсть слот-машину и не беспокоиться об аренде. Но если захотим, всегда можем найти нового арендодателя. Это была лишь одна битва против капитализма, но эту победу мы не забудем. До свидания. Что ж, спасибо за просмотр и увидимся.